Терминатор Зера только что вышел на экраны, и можно сказать, что это шоу долго ждали. Сериал затронул разные эпохи, временные линии и мораль людей и машин, их неспособность сосуществовать, погружаясь в глубокие темы. С горько-сладким финалом, рисующим мрачное будущее человечества, разберем его и обсудим главные вопросы восьмой серии. Итак, начнем. Вот объяснение концовки терминатора Зеро. Предупреждаю, видео содержит спойлеры. Смысл концовки. Весь сезон Малкольм пытался предотвратить судный день и атаку Скайнета. Ему снились кошмары о мрачном будущем, несущем смерть и разрушение всему человечеству. Оказалось, что его кошмары были вызваны тем, что он видел последствия будущего, родившись во время войны в другой временной линии, избежав, чувствуя, что Скайнет никогда не будет уничтожен сопротивлением. После создания Мисаки, ИИ, которому он позволил свободно учиться и расти, а не программировал как раба, вместе они работали над Кокора, тем, что Терминатор был послан из будущего уничтожить или перепрограммировать, в зависимости от исхода. Малкольм в каждой серии пытался убедить Кокора спасти человечество и предотвратить атаки Скайнета, но Кокора не видел причин спасать людей. Отсюда и необходимость постоянного убеждения. Когда Малкольм открыл дверь и был убит Терминатором, начались все откровения. Оказалось, что Айко на самом деле была матерью Малкольма, родившей его в 2025. -м. Кента, Мира и Рейка были ее внуками, но Айка перед нами явно отличалась от той, которую мы знали. Это потому, что ее отправили из 2022, и она еще не пережила все это. Думаю, Малкольм умер так, чтобы его смерть имела смысл, в отличие от смерти его жены. Он говорил, что ее смерть была бессмысленной и может настигнуть любого в любой момент, поэтому я думаю, он знал, что делает, когда вышел туда, ведь это в итоге имело большой эффект домина. В начале сезона он сказал, что дети ⁇ самое важное, ведь они и есть будущее. Интересно, что о морали в шоу и важности людей говорит фраза Кокора о поиске смысла в природных явлениях. Люди придают значение мелочам, думая, что Вселенной есть дело до каждого из них. Хотя есть множество других видов, которые даже превосходят нас числом. Это подчеркивает эгоизм людей и их доминирующий взгляд на все остальное. В конце был неожиданный поворот, когда мы увидели, что Терминатор спас Кенту от падающего бетона. И тут мы узнали, что в будущем Кента сам отправил его назад. Это показало, что в другой временной линии Кента был на стороне Скайнета и работал с людьми, чтобы создать альянс против Кокора, что может привести ко второму сезону. Тот факт, что Кента не уничтожил Кокора в конце, опираясь на факт, что когда кто-то отправляется назад во времени, это не влияет на прошлое, из которого вы или ваше настоящее, а на другую временную линию – Будущий Кента верил, что его прошлое «Я» осуществит уничтожение. В конце мы увидели, что люди ушли под землю от машин. Скайнет продолжал атаковать, а Кокоро защищала части от уничтожения. Однако, по сути, Кокоро имеет всю власть, так как может прекратить защищать людей в любой момент. В первом эпизоде Малкольм сказал, «Знание — сила. Если понимаешь что-то, оно никогда не сможет тебя контролировать». И мы увидели это, когда Кокора активировалась, вышла онлайн и получила доступ ко всему, перестав быть рабыней Малкольма. Мисаки – одна из ключевых фигур в шоу, обладающая невообразимой силой. При сканировании ее сочли угрозой, а в гневе она выглядела как совершенная машина. Надеюсь, во втором сезоне мы увидим больше этого. Интересно, что ее забота о детях не программа Малкольма, а ее истинная сущность. Ее воспитали со свободой мысли, и она лучшая от человека и машины, что важно для исхода войны. В конце Кокора поняла, что у ее вида и людей много общего. Лучшие качества совпали в заботе и желании добра, но худшие в склонности к насилию и разрушению. Передача головы терминатора Кокора показала, что все еще была вероятность, что она встанет на сторону Скайнета, как в других временных линиях, став союзниками. Ситуация явно ухудшится, прежде чем улучшится. Думаю, в продолжении шоу будет больше путешествий во времени. Объяснение путешествий во времени. Путешествия во времени играли важную роль в шоу. Впервые мы увидели это с Айкой, когда она отправилась в прошлое, чтобы помешать Малкольму активировать Кокоро, потому что в ее временной линии Скайнет и Кокоро работали вместе, пытаясь уничтожить все человечество. Принцип путешествий во времени отличался от возвращения в прошлое, из которого ты пришел, что изменило бы твое настоящее и будущее. Вместо этого возвращение в прошлое работало как сеть переплетающихся временных линий, где ты попадал в прошлое, но не из знакомой тебе временной линии. То есть будущее в той временной линии можно было бы сформировать по-новому, а люди, которых вы знаете и любите, не пострадали бы от этих изменений, но все равно страдали бы от последствий войны с машинами. Это связано с более глобальным вопросом, который поднимает сериал. Зачем возвращаться в прошлое, если близкие все равно будут страдать? Это показало эгоизм, который ИИ видел в людях, заставляя сомневаться, стоит ли их спасать. Причина вернуться – сохранить вид и сделать будущее лучше для всех, показывая, что в каждом существе есть хоть капля доброты. В основе каждого существа есть частица добра. Идеальный мир – гармония машины людей. Но, как мы видели даже в начале сезона, до всех событий, Кенса пинал робота-кота Рейкера, Канико и при этом упоминал, что робот ничего не чувствует, показывая, что ему все равно. Превосходство и мышление уже укоренились в нем. В обзоре сезона я считаю, что шоу было действительно отличным, в нем много хорошего. Анимация и стиль были великолепны, с интересными вариациями. Эмоциональные сцены поддерживались визуально, а взрывы и бои были одними из лучших за долгое время. Местами было жутковато смотреть, и мне это очень понравилось. Сцены разговоров Малкольма Скокера, где менялось окружение, тоже были потрясающими. Еще одна вещь, которую я оценил – музыка в сценах. Она создавала напряжение, добавляла эмоций и отражала происходящее на экране. Я бы сказал, это один из лучших саундтреков за долгое время. Что касается сюжета, он тоже был очень увлекательным. Я постоянно гадал, как все связано и какова общая картина. Путешествия во времени часто запутывают, но здесь это было намеренно, чтобы финал все объяснил, сохранив при этом некоторую двусмысленность. Больше всего мне понравилась история Малкольма, доказывающего, что людей стоит спасти. Думаю, многие задумываются об этом, учитывая, насколько разрушительны мы как вид. Вот что отличало это от фильмов. Это заставляло задуматься и показывало стремление людей к иерархии и господству, и что любой соперник должен быть уничтожен. Шоу закончилось, а я все не мог перестать о нем думать. Игра актеров была действительно сильной. Кокоро был загадочным, а Терминатор выглядел жутко. Когда он вышел из тьмы за рек Хой, его голос, вид и улыбка леденили кровь. Это очень свежий взгляд на жанр, Сериал короткий, но полон историй, которые хочется смотреть дальше. Я очень надеюсь, что будет второй сезон. Вот и все объяснение концовки «Терминатора Зера».